Краснодарский краевой комитет солдатских матерей уже 30 лет работает на Кубани. Работа этой организации очень нужна и важна для многих категорий кубанцев, прежде всего военнослужащих, как действующих, так и бывших. И в нашем районе активисты комитета солдатских матерей завоевали авторитет благодаря тому, что на их счету немало добрых дел. Социальная поддержка и защита необходимы многим участникам боевых действий в горячих точках, матерям военнослужащих, павших смертью храбрых. Благотворительная общественная организация «Краснодарский краевой комитет солдатских матерей» проводит большую и плодотворную работу, чтобы содействовать таким людям. Представители краевого комитета приехали в наш город с тем, чтобы провести здесь встречу ветеранов боевых действий со всеми заинтересованными службами. Приехали представители краевого комитета солдатских матерей, потому что они как раз от края. Мы пригласили сюда семьи, мамы, у которых ребята не вернулись домой. И пригласили мы ребят. В основном это ребята, которые побывали в Чечне. Перед встречей приглашенные прошли тестирование, чтобы более точно выяснить их нужды и определить, как и чем можно помочь. И не случайно первое подобное мероприятие на Кубани было решено провести именно в Славянском районе. 44 у нас административных образования в крае, да, и Славянский район самый лучший. И они работают уже 27 лет. Мы работаем 30 лет, наш комитет краевой, а они работают 27 лет. Поэтому у них работа поставлена замечательно. В ходе встречи собравшиеся узнали о большой общественной работе, которую проводят активисты комитета как в Славянском районе, так и по всему Краснодарскому краю. После теплой дружеской беседы и обмена мнениями приглашенным ветеранам боевых действий и матерям воинов были вручены подарки. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События».